По бюджету 2015 года поступило 34 поправки. Из них 7 от фракции ЛДПР, 2 от КПРФ, 7 от «Справедливой России», 2 комитета по делам национальностей, 3 бюджетного комитета и 13 поправок от губернатора. Так, фракция ЛДПР предлагала увеличить финансирование агропромышленного комплекса региона на 300 миллионов рублей за счет уменьшения дотаций на спорт высших достижений. Принятие поправки позволит увеличить производство продуктов питания, снизить расходы производителей, увеличить предложение на рынке продуктов, что в конечном счете снизит стоимость товара и увеличит ее производство. Общая сумма финансирования субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства возрастет до 815 миллионов рублей. В то же время размер финансирования спорта высших достижений снизится до 221 миллиона рублей. Почему мы снимаем спорт высших достижений? Неоднократно мы об этом говорили. Еще раз повторюсь, что команды профессионалов должны зарабатывать сами деньги, либо в этот спорт высших достижений должны вкладывать крупные бизнесмены Оренбургской области. Профильным комитетом было рекомендовано к принятию 11 поправок губернатора и 7 поправок бюджетного комитета. При голосовании 29 депутатов высказались за принятие бюджета во втором чтении, а 15 против. Подробности принятия этого и других решений депутатов регионального парламента смотрите в ближайших выпусках новостей.